Короче, ребят, приехал на спортивную площадку и сейчас будем на себе пробовать комплекс спортивных упражнений, которые я нашел на просторах интернета для снижения уровня подкожного жира. Вот у нас на заднем фоне находится спортивная площадка, на которой мы сейчас будем заниматься. Цель программы заключается в том, что надо сделать бёрпи 20 раз, отжимания 20 раз, челночный бег, я думаю, где-то минуту, да, потому что секундомера у меня с собой нету, и измерить я, в принципе, не могу. И отжимания, уже сказал, 20 раз. Бёрпи, челночный бег, отжимания. А, еще прыжки с высоким подниманием бедра. Поэтому давайте начнем, не будем медлить. Сейчас я покажу, ребята, из каких упражнений будет состоять моя тренировка. Сделаю все по одному разу для наглядного примера, чтобы вам было понятно. Вот как-то так. Ну и челночный бег. Я думаю, все знают, что это такое и как он, собственно, делается. Поэтому, ну что, давайте приступим. Посмотрим, насколько меня хватит. Ребят, первый круг я уже сделал, очень жарко, очень напрягающе, так сказать, особенно когда светит такое солнце. Приступаем ко второму кругу и посмотрим, что из этого выйдет и насколько меня хватит. Ну что, поехали.
Ну что, ребят, примерно вот такая тренировка у меня получилась. Хватило меня всего лишь на не два полных круга. Первый круг я сделал 20 раз повторений. Мышцы забились. На второй круг я сделал по 10 повторений. И на этом пока что все. Потому что очень жарко и тяжело. Да и впрочем, чего я оправдываюсь. Просто я дрыщ и ничего не могу. Посмотрим, сколько мне удастся скинуть за неделю, может быть две. И удастся ли вообще. Поэтому, кому интересно, пробуйте такую вот эффективную, продуктивную тренировку из четырех упражнений. Ну, не знаю, как вам, но мне она далась тяжело. Особенно бёрпи. Ну и бег в конце. Прыжки и отжимания это еще более-менее. Все. Всем удачи. Всем пока. А вот это вот пузико, вот это вот, я хочу, так сказать, убрать. Все. Всем удачи. Всем пока.